И последнее. Якутия стала лучшей из лучших по национальным блюдам. С 19 по 20 августа в Ярославле прошел международный гастрономический фестиваль «Путешествие со вкусом». О том, как прошло мероприятие, расскажет наш корреспондент Лев Нетесов. Путешествие за вкусом отправились 6 команд из 5 регионов России, которые показали более 10 блюд. Часть республики отстаивали 2 команды. Это «Уран», состоящая из поваров ресторанов «Чучурмурана» и «Тото Хана», и «Челбон», представители ресторана «Седьмое небо» и «Тагандархан». Республика представила якутские лепешки, барбах, различное мясо и национальный десерт «Керчик». Королем стола от команды «Челбон» была остроганина, а участники «Урана» продемонстрировали свое блюдо, автор которого – маэстро якутской кухни Иннокентий Тарбахов. Наша команда представляла вот это блюдо. Это оленина с брусничным соусом. Готовится очень просто. Ну, самое главное то, что продукты все были свежие, а благодаря этому мы и выиграли. Форум-фестиваль состоял не только из конкурсной части. В рамках деловой программы форума прошли круглые столы с участием российских экспертов, на которых обсудили актуальные проблемы формирования и продвижения российских гастрономических брендов, а также вопросы развития туризма в России. На деловой части мероприятия республика представила фестиваль «Зима начинается с Якутии». Развитие гастрономического тура как раз зависит от для того, чтобы разработана была гастрономические маршруты, гастрономическая карта Дальнего Востока. Поэтому в этом плане нужно отработать. Совместно с Министерством по делам предпринимательства мы будем это делать. Я думаю, эта карта будет. И туристу будет предложено выбрать, в каком месте он может провести этот круг. Кроме того, в рамках фестиваля прошла культурная программа с участниками мероприятия. В ней участвовала виртуоз хамусиска Альбина Дегтярева, а также в костюме Артадайду от Августины Филипповой представилась Алена Свинобоева. Я вышла в костюме вот серединного мира и произвела очень большой фурор. Все стали со мной фотографироваться, селфи делали. И потом в конце мероприятия мы станцевали якутяночку, флешмоб. В Якутии 1 декабря, когда зажгутся елки, по всей республике начнется фестиваль «Вкус Якутии», где каждый ресторан представит свое видение национальной кухни, привнеся в рецептуру новаторские и авторские нотки. Лев Нетесов, Георгий Григорьев, НВК «Саха», Якутск.